такими мероприятиями мы рассказываем, как было на самом деле, и не даем забыть подвиг наших дедов, прадедов, потому что это настоящие герои, которые нам сегодня подарили жизнь. Люди разных поколений здесь находятся, и молодежь. Это очень здорово. То есть мы передаем тот опыт, который необходим для защиты Отечества. Это единство нашего народа, а в единстве, как говорится, сила. Что это главный праздник на самом деле. Эмоции, ну, гордость за подвиг наших дедов, желание быть их достойными, радость победы. Такое грандиозное мероприятие, нам очень нравится. Участвуем во всех локациях, которые здесь представлены. В общем, все здорово.